Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит. И вы снова на канале Оазис Миссис Смит. И я рада вас приветствовать. Зовут меня Людмила. Сегодня у нас... Ой, ребят, волнуюсь, вы знаете, как никогда. Не знаю почему. Ну вот, ждала я эту посылку. У нас с вами сегодня распаковка. Поэтому мысли путаются, и слова говорятся не те, что нужно. Это не покупка, и это не обмен. Это подарок. Подарок от Юли с канала «Сад зеленой ведьмы». Без лишних слов мы ее вскроем, да? Да. Я знаю, что... Юля, конечно, наложила мне подарков. Много-много классных. Юль, опоры для хвоек, для других вьющихся растений. Класс, Юлечка, спасибо огромное. А говори, что не было сюрпризов. Еще как были. Вот смотрите. Так, давайте я, наверное, коробочку отставлю, да? Сейчас освобожу место под нее. Или давайте вот так вот мы ее положим. Ничего же не выпадет? Ничего не должно выпасть. И буду, знаете, вот как из... как фокусник из шляпы доставать подарки. Боже. Полкило только шоколадка. Полкило шоколадка. Так приятно. Юль, спасибо огромное. С крупными орехами все, как я люблю. Спасибо большое, Юль. Знаете, не знаю, с кого начать. Растений приехало очень много. Очень много всяких разных. Будем распаковывать. Так, да-да-да. Это у меня лоточек не приготовила. Сейчас. Все под рукой. Только он не очень чистый. И бог с ним. Намывать, начищать будем потом. Ага. Это детка Сансевьерия. Юля писала, как она называется. Но, скорее всего, я... Вот сейчас в такие Сейчас в такой волнительный момент я, конечно, не вспомню, как она называется. Но обязательно все подпишу. Если она не подписана, конечно. Все ругают Почту России, я буду хвалить. На самом деле посылка пришла ко мне за 4 дня из Москвы. Где Москва и где Челябинская область? Какая хорошенькая деточка. Шикарно просто. Просто шикарно. С отличной корневой. Все с ней великолепно. Следующий. Ага, да. Вы знаете, получилось так, что я сама напросилась на подарки. Ну, да. Приходится признать, что я сама напросилась. Смотрела Юли на видео, где она говорит, что она, покупая растение, да, новое, приводит его в порядок, размножает. Обычно детки сансевьерии, когда приходят с пересылкой, то они, ну, приходят, знаете, с поломанными листочками, с поврежденными листочками, с, ну, приходят не идеальные, да? Так вот, Юля их приводит в порядок, дожидается деточек, кого-то размножает, ставит на размножение и оставляет себе уже подрощенные, красивые, хорошие детки, а остальные раздаривает, продает, может быть. Это знаете кто? Это сансевьерия цилиндрика. Честно сказать, в цилиндриках я не сильна, как, собственно, и в остальных сансах. Но детка прекрасная. Прекрасная. Немного высоковато сидит, можно чуть-чуть подзаглубить. Все с ней будет хорошо.
Мы, наверное, сегодня пересаживать никого экстренно не будем. Единственное, что я знаю, что здесь есть санса с открытой корневой системой. Вот ее мы как раз посадим. Всех остальных будем адаптировать постепенно. Так. Еще одна цилиндрика. Так вот, я Юле в комментариях написала: Юля, пригрею пару деток. Ну, в итоге вот, посылка на 2,5 килограмма. Так, стараюсь потихонечку, так, чтобы не вытрясти их уже дома, понимаете? Аккуратненько. Прекрасные деточки, но они все хотят попить. Их надо полить. В том, что они хотят пить, нет ничего удивительного. Сансы пересылают в сухом состоянии, а то и вовсе с открытой корневой системой. Да? Поэтому ничего удивительного. Так, срезы монстеры, манки маск. Юля переживала вот за эти вот свежесрезанные растения. Ну, Юля, я тебе хочу сказать, что зря переживала. Все прекрасно добралось. Я их сейчас распечатывать не буду. Ну, потому что пока лежат, они могут потерять, да, какое-то количество влаги. Я их просто сразу потом поставлю на укоренение. Так. Вот такие пары шикарных черенков. Кстати, монстеры манки маск у меня не было до сегодняшнего дня. Дальше. Монстера сельтипикана сальвадор. Пара срезов. Ой, какая она красивая. Очень красивая. Но все-таки монстеры, да, остаются моими, наверное, любимицами. Прекрасно добрались черенки. Юля, не переживай, все отлично. Филодендрон сканденс. Сканденс? Ха. Я, честно сказать, сканденс не ждала. Ну, все равно хорошо. Все равно здорово. Спасибо, Юлечка. Горшок какой прикольный у него. Он немножко, конечно, помялся. Ну, вот за счет того, что у него вот такие вот мясистые, да, листочки. Он немного его потрепало. Но он расправится. А, он еще пить хочет. Он еще хочет пить. Ну да, он тоже хочет пить. Добрался превосходно. Посматривала, да, на этот филодендрон и не знала, нужен он мне или не нужен. Раздумывала. Ну, теперь получается, что да, он мне был нужен. Очень хорошенький. Очень. Так, сейчас мы его попоим. Сансочкам тоже по чуть-чуть плеснем, потому что грунт прямо сухой. Вот. По чуть-чуть. Сильно заливать не буду. И, конечно, ставить на такое, на мощное солнце, да, или в очень яркое место. Я тоже их не буду. Им надо привыкнуть, адаптироваться. Так, вот это... Да, убираю. Это агланема. Название я вам ее напишу. Это, по-моему, кутлос, да? Я же не путаю. Вроде бы кутлос. Небольшая детка. Ну, вот, знаете, вырастить большое растение из малюсенькой детки, это какая-то, наверное, отдельная гордость, да, отдельный фетиш цветоводов. Я не все растения покупаю огромными. Зачастую бывает, что из малюсенького растения... Да, это дольше, но вот так. Вот так. По-моему, это кутлос. Так, едем дальше. Да ты моя красавица. Вот вы знаете, я, наверное, не договорила, да? Смотрела Юлину видео и понимала, что я все больше
все больше начинаю влюбляться вот в эти растения. Я имею в виду сансевьерию. И пока Юля мне собирала посылку, я, конечно, пошла и сделала еще заказ, так что у меня еще придут сансевьерии. Я как-то вот, ну не знаю, у меня не было такой особенной к ним любви, но сейчас это что-то... Во-первых, Надя мне прислала, да, сансевьерию Массаниана Виктория, которая... Я увидела эти листья и поняла, что я очень зря даже недооценивала их красоты. Ты моя хорошая. Это тоже одна из цилиндрик. Они, скорее всего, сядут у меня в один горшочек. Давайте, наверное, вот эту вот интересную конструкцию оставим напоследок. Да? Я ее открою. Самый последний. Продлим, так сказать, в предвкушение. Так, это у нас кто? А, это я знаю кто. Это знаю кто. У Юли на канале сегодня вышло видео, в котором она показывала, как пакует мою посылку. Но там, конечно, показаны были не все растения, которые приехали. Но все равно. Вот это я знаю кто. Это сансевьерия Муншайн. Она с открытой корневой. Так. Будем, наверное, знаете, что делать? Будем, наверное, местами разрезать. Я надеюсь, что я ее не поврежу. Буду стараться очень аккуратно это делать. Вот такая куколка, очень мягкая, она... была намотана для того, чтобы растение не было повреждено при транспортировке. Потому что, ну да, сансевьерии, они при пересылке достаточно серьезно страдают. И вот эти вот все повреждения, они останутся с растением очень надолго. Если не сказать до конца его дней, да. Так, ты моя красавица. Корешочки подсохли немного. Ну, мы ее посадим, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ой, ну какая же она хорошенькая. Сейчас уберу обмотку мумии. Вот, покажу вам ее. Классная детка, да? Она, конечно, немного начала сморщиваться. Но она не успела пострадать вот прямо от обезвоживания катастрофически, как это бывает с голландскими или с тайскими растениями. В прекрасном состоянии. Отличная детка. Вот здесь вот нижние, самые подсохшие чешуйки я у нее сниму. А вот эту я и оставлю. Вот. Посмотрите, какая клевая. Да? Муншайн. Так, полежи, дорогая. Сейчас мы распакуем остальное и посадим тебя. А, да. Смотрю на растение и не понимаю, что это. Это агланема. Это агланема павлин. Павлин же, да? Да. Отличная корневая. Я ее, конечно... буду пересаживать, но, скорее всего, не сегодня. Сегодня они у меня постоят, придут в себя. Мы их сделаем. Мы их пересадим постепенно. Так. Вот. Будем красоту показывать на чистом столе, да? На пустом. Так, краешки подсыхают. Ну, в принципе, ничего. Ничего. Очень красивая расцветка, да? Очень. Шикарно. Юля, спасибо. Так, вот это я сразу подрежу. Я не очень приветствую некрозизированные участки на листьях растений. Предпочитаю с ними расправляться сразу.
А так очень красивое растение, очень. У нее даже эти черешки листа и стволик в пятнышках. Класс. Так, ну давай мы тебе тоже плеснем, да? Только надо было сначала посмотреть, есть ли дырки. Дырок нет, хорошо. Так, тут еще у нас кто-то есть. Кто-то тяжелый, большой. Вспомнила. Вспомнила. Это сингониум. 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 Сингониум, по-моему, Red Heart, да? Вроде бы так. Какой увесистый, хороший, такой большой горшочек. Вылазь. Какой интересный. Какой он интересный. Какой красивый. Вот вы знаете, вот этот вот розовый неоновый, переходящий в зеленый, и зеленая нижняя сторона листа. Боже, какой он красивый. Меня аж дух захватило. И мурашки. У меня, конечно, такого не было. Не было еще у меня такого. Он такой вот кудрявый должен быть, да? Юль, напиши мне, пожалуйста. Он такой же кудрявый у тебя? Очень классный. Класс. Вот ему, кстати, полив не требуется. Он достаточно влажный. В меру влажный. Так, давайте коробку уберу. И мы с вами распакуем завершающий вот этот сверток. Вот вы знаете, когда Юля его паковала в своем видео, у меня это прям вот взрыв мозга. Я на самом деле я не понимала, как можно упаковать такое растение так, чтобы оно не переломалось в дороге, так, чтобы с ним ничего не произошло. Так, вот здесь вот мы сейчас лишнее уберем. Вот это уже не лишнее, это уже там прихвачено. На самом деле здесь розеточная сансевьерия. Так, я попробую, конечно, это все распаковать, потому что она со всех сторон приклеена на двойной скотч к картону. Так. И вытащить ее вот так вот сверху не представляется возможным, потому что она полностью зафиксирована, во-первых, по периметру. Во-вторых, здесь вот эта вот вставка, которая не даст выпрыгнуть горшку. А в-третьих, сам горшок с детства вставлен вот в такой этот, вот в такую конструкцию. Вот так теперь я уже ее, наверное, смогу достать, нет? А, вот здесь. Вот здесь. Очень интересная конструкция. Погодите. Погодите, не все так просто. Ой-ой. Так. Сейчас мы это дело попробуем распечатать со всех сторон. И не повредить ее. Будет обидно, да, если она дошла в идеальном состоянии, а я ее сейчас своими неосторожными действиями поврежу. Так. Ну. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. Ой. Так. Ну что, дорогуша моя. О, и здесь снялось превосходно. Руки-крюки. Не сказать по-французски. Так, давайте, наверное, сначала вот эту вот эту обмотку, да, снимем. Чтобы она мне не липла нигде. Ой, все. Все. Барабанная дробь. Вот эту малышку я сразу вам скажу, что я ее очень ждала. Наверное, больше, чем всех остальных. Потому что, ну вот, по большей части, ну,
все растения, да, которые вот в этой посылке мы обговаривали. Да, обговаривали. Вот про филодендрон не помню, была ли речь или не была. Но вот эту малышку, ой, как я ее ждала. Давай, девочка, давай мы тебя сейчас распакуем. Тихонечко, аккуратненько. Юля практически изобрела новый способ пересылки розеточных сансевьерий. Юля, спасибо тебе огромное за то, что ты вот заморочилась, да, и вот таким вот образом сохранила для меня вот эту козявочку. Грунт, конечно, у нее сухой, но розетка пришла в идеальном состоянии, в идеальнейшем. Вот как я ее видела, да, на фотографиях, вот в таком она состоянии и пришла ко мне. Посмотрите. Шикардос. Вообще класс. Я ее, конечно, сейчас трепать не буду. Единственное, что я хочу сделать, я ей хочу немного увлажнить грунт. Да? Немного. Не слишком. Но ей нужен тогда поддончик. Это транспортировочный горшок, он с дырочками. Вот так. И я ее чуть-чуть пролью. Так. Вот так. А грунтик-то такой прямо. Мне, конечно, ее дико хочется пересадить сейчас, но делать я этого не буду. Не буду ни пересаживать, ни отделять ее от материнского листа, потому что детка еще сформирована не до конца, и мне, конечно, надо бы подождать, когда она сформируется. Будет действительно очень обидно, если я ее сейчас отделю, да, и она останется вот в таком вот состоянии двух листьев. Хочется дождаться, когда она начнет хорошо расти, хорошо сформируется, и вот тогда я ее буду отделять. Но, наверное, не раньше, чем вот материнский лист ей начнет мешать в развитии. Как-то вот так. Так. Вот. Капелька попала в розетку. Все. Все. Не осталось там ничего. Никакого загнивания не будет. Ну вот буквально чуть-чуть я и водички оставлю допить. Потому что грунт такой пересохший. Пересохший. Ее бы надо хотя бы немного пропитать. Вот. Вот такая у меня, ребят, посылка. Ну, давайте, наверное, сансевьерию муншайн посадим уже в следующем ролике, потому что у меня распаковка очень длительная сегодня. Посадим сансевьерию, вполне возможно, что посадим вместе цилиндрики. Покажу вам все растения из посылки, все подарки. Класс, класс. Юля, я просто счастлива. Спасибо тебе огромное. Ты даже не представляешь... Так, подождите. Ты даже не представляешь, сколько эмоций я получила, распаковывая твою посылку. Ты даже себе не представляешь. Спасибо. Ну, да, я даже в твоем видео видела, насколько ты любишь эти растения, которые посылаешь мне. Это прямо чувствуется, это слышится в каждом слове. И это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Хотя вот эти вот все растения, да, я получила в подарок. Я ничего за них не платила и ничего за них пока еще не отдала. Считается, что бесплатное не ценится. Поверьте, ценится. Конечно, не всегда. Конечно, не всегда. Я вот со всеми этими растениями буду обращаться очень нежно, любить их, холить и лелеять. Все, на этом с вами будем прощаться. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С удовольствием каждому отвечу. С вами была Людмила, Оазис Миссис Смит. Всех люблю. Всем пока-пока.